Всем добрый вечер, меня зовут Олег, я интерн первого года по специальности офтальмология. Хотел бы, как уже рассказал каждый из моих коллег, как оказывается, это не только я понял, что самое главное преимущество интернатуры в КМУ именно вот эта смесь прохождения интернатуры в государственной медицине и в частной. Представим такую ситуацию, вас взяли в супер-пупер классную частную клинику, вы пришли туда, раньше в своей специальности нигде не работали, ничего не умеете, и приходят пациенты, которые платят за это деньги и хотят качественное обслуживание. Каким образом на них учиться? Ну, понятное дело, что это очень сложно. И тут у вас есть возможность пойти на очную часть, там, где государственная клиника. Как бы это, может быть, немножко неэтично звучит, но на этих пациентах, там, во-первых, больше поток, и вы можете на них научиться каким-то базовым приемам. И придя потом в частную клинику, вы уже будете чувствовать себя более уверенно, и тем самым вам будет намного проще работать именно в частной клинике. Я прохожу заочную часть в клинике ЗИР-100-500. В прошлом году вот я и еще двое моих коллег, мы первые интерны, которые в этой клинике. Клиника проводит, ну, помимо того, что она оснащена самым современным оборудованием, даже на ее базе проводится, вот уже буквально за полгода было около трех таких мини-конференций, которые проводились для образования врачей города и не только города, но и вы как интерны, естественно, тоже имеете полное право на них приходить, обучаться. Ну, и что еще очень главный плюс, специалисты данной клиники проводят выездные консультации в области Киевской, не только Киевской. И у вас тоже, если вы хотите, у вас будет возможность участвовать в этих выездах. Вы понимаете, что для молодого специалиста вот это общение с живыми людьми, когда есть огромный поток, и вам надо все быстро делать, это очень важно. И не везде этому можно научиться. Так что Киевский медицинский университет дает вам все возможности. Если у вас есть желание, то вы можете достичь многого. Спасибо.